Эта игра во многом уникальна. Она представляет из себя своеобразный исторический квест, хотя ей вполне подходит и определение «виртуальный музей», основной темой которого является, как вы уже поняли из названия, знаменитый Версаль. Это сердце Франции, центр всех знаменательных событий и загадочных интриг, которые дали столь обширный материал для множества романов, начиная от бессмертных героев Дюма и заканчивая бесконечными любовными историями Анжелики. Вы погружаетесь в коридоры сияющего дворца, попадаете в роскошные залы, залитые светом. Вас ждут анфилады комнат, заполненных роскошными творениями старинных мастеров. Отовсюду звучит прелестная музыка 17 века, навевающая самые фривольные мысли. Однако, если отвлечься от замечательной графики, анимации и того наслаждения, которое вы получаете, путешествуя по игровому миру, нужно признать, что самой-то игры здесь практически нет. Необходимость решать стандартные головоломки типа «собирай предметы и используй их» только отвлекает от созерцания окружающих вас красот. Если же вслушаться в диалоги, которые ведут герои игры, можно отметить, что в них практически нет той же жизненной энергии и шарма, которыми так славятся французы. Но в любом случае, Версаль 1865 года – замечательное местечко, и наша программа настоятельно вам рекомендует заглянуть туда, хотя бы из любопытства.